Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM. На нашем веб-сайте radio.nvc.com и на нашем YouTube-канале. И сегодня у нас в программе замечательный гость. Ну, гость — это такое относительное, поскольку журналист Елена Пригова в нашем эфире довольно часто, чему я безмерно рад. Я думаю, что и наши радиослушатели оценивают это по достоинству. Член нашей команды. Да. Вот так. Спасибо. Член нашей команды. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И, ну, во-первых, поводом, горячим поводом, я об этом говорил в эфире, о том, что мы сегодня пригласим вас, если вы согласитесь, поделитесь своими эмоциями, впечатлениями, соображениями по поводу того, что произошло во Флориде, то, о чем вы написали в соцсетях. Есть вещи, которые не понять, и тем более принять нельзя. Эти вещи позорят каждого, оправдывающего их. К сожалению, среди, в том числе и русскоязычных, есть люди, которые оправдывают подобные вещи, которые плюют в память, которые говорят о том, что Трамп строит концлагеря на границе с Мексикой, которые сравнивают Трампа со Сталиным, забывая о том, сколько миллионов и убил. С Гитлером, между прочим. И с Гитлером сравнивают, забыв, очевидно, о том, или наплевав на то, что Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев, и Сталин уничтожил миллионы и миллионы. То есть среди русскоговорящих есть такие, причем есть люди образованные, скажем, адвокаты. Я лично знаю таких. Ведем дискуссии, они говорят, нет, да, действительно, с Трампа это... Ну, ладно, мы об этом еще поговорим. Собственно, о том, что произошло во Флориде. Пожалуйста, Лен, поделитесь своими... А, собственно, что произошло во Флориде? Во Флориде ничего экстраординарного не произошло. Потому что это происходит у нас уже давно. Это происходит у нас на наших глазах с нашего позволения, с нашего попустительства. Нам плюют в нашу историю, плюют в нашу память. Плюют, вытирают от нас ноги. Потому что антисемитизм никуда абсолютно не исчезает, он остается антисемитизмом. И самое страшное, что антисемитизм, в общем-то, исходит от евреев тоже. Я говорю об антисемитизме, потому что когда идет такая провокация огромная либерального еврейства, то это не иначе, как плевок действительно в нашу память. Это плевок в память потомков и жертв Холокоста. Но когда мы говорим о Холокосте, давайте все-таки будем четко и ясно говорить. Это мы будем говорить о Шоа, о еврейской составляющей Холокоста, потому что 6 миллионов погибших евреев и плюс еще 5 миллионов неевреев, которые тоже погибли во время Холокоста. Но у нас, мы уже как бы привыкли, что мы говорим о Шоа, вспоминая наших предков, которые были сожжены вот в этом огне во время Второй мировой войны. 6 миллионов. У меня лично 50. 50 человек только в Бабьем Яре, в Бабиной родне лежит. У меня лично дядя, герой Советского Союза, посмертно, Владимир Борисович Пригов. И его именем носит, ну, его имя носит Киевская школа номер 19. У меня лично еще один дядя, Абрам Константинович Эдельман, погиб в ноябре 41-го года. У меня папа прошел войну с первого до последнего дня. Имеет 5 ранений. 2 тяжелых и 2 похоронки. Имел папа. Папы уже нет. Почти 2 года. Но ему посчастливилось. Он после того, как его похоронили дважды, он еще прожил до 96,5 лет. Так что мне есть за что не понять то, что там произошло. Мне есть за что не принять то, что там произошло. Мне есть повод, по которому я негодую. И очень обидно,
что в Америке есть огромная армия вот выросших уже после Холокоста, после войны людей, которые смешали все в кучу и не понимают, о чем это. Они не понимают. И самое страшное, что не понимают даже те люди, которые являются, собственно, жертвами Холокоста, которые пережили это все, и которые вот смотрят и соглашаются со всем этим. А произошло самое мерзкое, что могло произойти. В музее, это мемориальный центр, собственно, во Флориде открыли выставку, посвященную Джорджу Флойду. Нормально? Джордж Флойд – бандит, преступник, который, собственно, стал жертвой своих собственных пристрастий, потому что умер он от передоза. Но вот эта жертва пристрастий, которая возведена в ранг вот всей либеральной общественности святых, благодаря вот этой жертве, сакральная жертва наша, которая положена на алтарь либеральных идей, благодаря вот этому всему у нас в стране, начиная с 25 мая этого года, идет страшное броуновское движение и бурление. И страна разделена. И вот потоки, огромные потоки вот сопротивленцев действительности вышли на улицу. Все эти БЛМ, все эти антифа, все эти отряды, штурмовые отряды нашей демпартии, они все появились, и они все были связаны с тем толчком, которым явилась смерть Флойда. Но самое страшное, что во всем этом очень много приняло участие евреев, еврейских мальчиков и девочек, умов, которые задурманены абсолютно не тем, чем должны быть они задурманены. Это ребята, которые не понимают ни историю, у них нет зова памяти, они непуганные, потому что выросли совершенно в непуганных условиях. Это самое страшное, что могло произойти. Вот эти манкурты, современные манкурты, которым вытерли напрочь память. И вот когда заместитель директора вот этого музея, который находится во Флориде, она четко и ясно сказала, миссия информационно-образовательного центра, я просто цитату вам приведу, чтобы вы поняли, о чем речь идет, использовать истории и уроки Холокоста для построения справедливых и заботливых сообществ, свободных от антисемитизма и всех форм предрассудков фанатизма. Мы, педагоги, наш долг – наводить мосты, которые ведут людей от неизвестного понимания, чтобы построить общее человечество. Наша цель – установить связи и осознать мысли и идеи, которые мы, возможно, не рассматривали. Вот так вот. Установить связи. То есть уравнять 6 миллионов жертв нацизма с одним преступником. Взять и плюнуть нам всем в память, в историю, в зов нашей генетической, в конце концов, крови. Взять и изменить ход. Вот так вот. Вот это делают те люди, которые восстанавливают историческую справедливость. Скажите, пожалуйста, а вы себе представляете, вот, например, что-то о Холокосте, какую-то вот такую же, хотя бы на 45 метров экспозицию, потому что 45 метров квадратных занимает, вернее, ну да, две комнатки, 45 фотографий, которые поставили умные люди, умные в кавычках, конечно же, по Флориде. Так вот вы представляете себе вот такую же аналогичную экспозицию, например, в музее африканской истории и культуры, в Смитсониан музее. Почему нет? Почему нет? Мы же мосты хотим наладить. Ну давайте, давайте, нет. У нас правда теперь только одна. Когда она связана с цветом кожи. И это самое страшное, что могло произойти. Вот это выравнивание линии. Все должны участвовать, всем должно быть плохо. И в этом музее сейчас готовится новая экспозиция о том, что происходило в Бирме, на Конго и других местах. Скажите, какое отношение это имеет к еврейской истории? Скажите, какое вообще это имеет к отношению к истории, в которой исход евреев из очень многих стран, о которых сейчас еврейская
общественность либеральная заботится? Скажите, вы не найдете ответа. Потому что ищите деньги. Потому что всевозможные центры получают огромные средства из всевозможных обществ. Эти общества исключительно выравнивают всех и во всем, включая Холокост, включая геноцид, включая убийство. И 6 миллионов вот для того, чтобы получить эти гранты, эти деньги, оказалось вполне достаточным, чтобы придать память вот этих жертв Холокоста. А вы говорите «зов крови», а вы говорите «о классе». Да нет этого всего уже, давно нет. А самое страшное то, что вы открываете страницы вот этого музея, а все в интернете есть, и читаете, чем они занимаются. Вы смотрите на еврейские организации, например, на ХИАС. Это та организация, которая с 1886 года, собственно, занималась тем, чтобы евреи могли попасть в Соединенные Штаты Америки. Зайдите на страницу ХИАСа, ужаснитесь. Там теперь исключительно сомалийские беженцы. Там беженцы из арабских стран, там кто угодно. Там только не осталось места для того, чтобы принять евреев. А что, евреев у нас уже больше не избивают? У нас антисемитизм уже закончен? А, да, кстати, эти все организации не очень любят евреев. Из Израиля они тоже не очень любят. Потому что, ну как же можно любить себя? Как можно любить себя и свой народ, когда нужно заботиться обо всем мире в целом? Обо всем. Это значит ни о ком конкретно. И я хочу вам сказать, для меня большим ударом и большим разочарованием был январь 2017 года, когда я видела своими глазами, как еврейские организации, огромные еврейские организации, которые, в общем-то, у нас представляют еврейскую улицу, шли радостно протестовать против Трампа, и они шли на встречу с Китом Эллисоном. Ну, наберите, пожалуйста, это прокурор Мичигана, генеральный. Массачусетса. Это... Что? Прокурор Массачусетса. Нет, он не Массачусетса. Он не Массачусетса. Нет, Крис Эллисон, прокурор Массачусетса, он был ко-чермен партии, был конгрессменом от штата. Он был, но он сейчас не в Массачусетсе абсолютно точно. Ну, впрочем, это какая имеет... Ну, да. надо просто проверить, где он находится. Первый мусульманин, который был в Конгрессе. Я хорошо помню Кита Эллисона, чем он занимался и что он говорил. Я помню вот эту встречу, протест против Трампа в Манхэттене, который был в январе 2017 года. Я помню, как еврейские организации шли и рукоплескали ему. Самое страшное, что там среди вот этих рукоплещущих был мой реальный друг еще из Киева. Он был когда-то хорошим журналистом. Но очень гранты любят. Очень гранты любят, и его организация очень любит гранты. Как вы понимаете, это уже бывшие друзья. Потому что есть вещи, когда, знаете, вот нерукопожатость. Вот нерукопожатые люди. Так вот, у нас огромный легион вот таких нерукопожатых людей. Знаете, когда мы говорим о еврейской улице, я невольно вот как бы перехожу уже, мостик прокладываю между историей и современностью. Когда у нас президент, избранный СМИ Байден, назначает уже своих людей. Так вот, из тех, кого он назначил, там достаточное количество евреев, и есть один, например, которого зовут Алехандро Майоркас. Это тот самый Алехандро Майоркас, которого очень хотели все, потому что он обещал назначить латиноамериканцев, латинос. Ну, у этого латиноса, которого в младенческом возрасте привезли родители из Гаваны, ну, я его называю «наш человек» Гавани, потому что он потом устраивал встречи с Обамой, с Кастро, то есть он лоббировал интересы кубинские. Так вот, этот человек из Гаваны, латинос, Алехандро Майоркас, у него папа сефардский еврей, мама у него беженка
и она спаслась от Холокоста, спасалась, она бежала потом из Румынии. Ну, нормально себе такой латиноамериканец. И вот этого латиноамериканца, кстати, они очень жаловали при назначении на должность заместителя DHS, это Homeland Security, в свое время в администрации Обамы, тоже другие два латиноамериканца. Тед Круз и выскочила из головы во Флориде второй у нас латиноамериканец. Марко Рубио. Марко Рубио. Да. Потому что приходится всех держать в голове имена, фамилии, явки. И вот этот Алехандро Майоркас, он у нас теперь, скорее всего, если, не дай бог, произойдет смена власти, станет начальником, большим начальником в нашем DHS, Homeland Security, это Министерство внутренней безопасности. Это вот тот человек, который очень заботится обо всех беженцах, отовсюду. Это тот человек, который тоже принимал участие в светлом продвижении беженства на территории Соединенных Штатов Америки. И это тот человек, который ничего не сказал против построенных клеток на границе. Но потом осудили все Трампа. Так что у нас веселые времена грядут. Точно так же, как у нас на пост госсекретаря тоже человек с еврейскими корнями идет. А я знаю, как радуются. Ну, нашего мальчика поставили. Ой, он из наших, он не из наших. Знаете, и страшно становится, что те, кто из наших, я хочу вам напомнить, Адам Шиф тоже из наших. Не только он, и Чак Шумер из наших. И много-много людей, за которых стыдно становится перед другими народами, что они тоже из наших. И наши плюют в наших, вот открывая такие выставки. Вот это самое страшное. И самое страшное, что очень мало людей могут встать и сказать, нам не нужны такие наши, нам такие вообще не нужны. Это позор, это национальный позор. И на нас смотрят другие люди и говорят, да, это позор. Знаете, я когда-то сказала, и на меня набросились, евреи бывают двух категорий, жертвы антисемитизма и его причину. Так вот, когда я вижу вот таких, как вот эти люди, которые открывают подобные музеи, Я понимаю, как страшно. Я понимаю, что очень мало людей могут встать и сказать, мне стыдно за наших. Мне стыдно, и я буду сопротивляться. Ну, что мы можем сделать в этой ситуации? Мы можем написать петицию. Мы можем, в конце концов, подать коллективный иск. Я не уверена, что он будет рассмотрен, потому что это частный музей, они там творят то, что они хотят. Но мы можем игнорировать этот музей, мы можем призывать к его полному, конкретному игнорированию, и тогда они почувствуют, что не всякие деньги можно получить, и есть некоторые деньги, которые очень смердят, потому что это предательство своих идет. И 30 серебряников всегда потом могут закончиться простой осиной. Очень страшно. Но они же не знают этого, они не хотят этого знать. И вот это самое страшное, то, что происходит с обществом, которое теряет рассудок и теряет свою память. Вот это то страшное, в чем мы живем. Мы сейчас наблюдаем фарс исторический, мы наблюдаем ужасные явления на фоне все непрекращающегося и растущего антисемитизма. Как внутри страны, так и во всем мире. Но у нас сейчас будет принимать беженцев из Африки, потому что им, наверное, они ближе. А еврейский музей у нас будет открывать выставку, посвященную Флойду, и становиться на колени, что так надо. Что касается Хиаса, я помню, как Хиас рассылал письма с призывом откликнуться и выйти на протест против решения Трампа ограничить въезд иммигрантов или беженцев из некоторых стран, в которых невозможно было проверить, кто эти люди, с какой целью они сюда едут. Я помню, и левая пресса назвала это сразу мусульманский бан. Да, это то, что делал Хиас. Мало того, у нас в Баффало Гроув синагога вывела людей, в том числе своих прихожан, на протест
против решения Трампа ограничить въезд. Очевидно. Но что касается Хиаса, вы абсолютно правы. Главный интерес — это получить гранты. Гранты получить легче на, так сказать, обеспечивая въезд в соответствии с решением партии. Побольше мусульман, под это дадут гранты. А если будут заниматься тем, чем занимались, это уже никого не интересует, поскольку левые политики поняли, что, оказывается, иммиграция из Советского Союза в значительной степени ориентирована на консервативные ценности и не склонны большинством своим голосовать за этих ублюдков. Понимаете? Поэтому для них интерес в этих иммигрантах пропал. А вот из стран третьего мира вот это потенциальный электорат Демократической партии, поэтому отсюда и гранты в эту сторону идут и так далее. Это есть просто... еще одна деталь очень важная. Все-таки я была права, это генеральный прокурор Миннесоты. Миннесоты, абсолютно верно. Да, 7 января 2019 года. Он не просто был членом Палаты представителей США, он представлял прогрессивный кокус. Это человек, который был рожден в католичестве, у него католическая семья, и в 19 лет он воспринял идеи мусульманских наших проповедников и стал их апологетом. То есть, как всякий неофит, он очень рьяно стал защищать ислам. И когда, в общем-то, он давал клятву в Конгрессе, он клялся на исламе, на Коране. Угу. Он клялся на Коране, причем этот Коран, по-моему, Джефферсона был. Да. Или Линкольна. Вот у кого-то из этих президентов был Коран, потому что, в общем-то, воспитанные культурные люди читают разную литературу. Надо знать все, надо знать религию. И вот то, кого поддерживают наши либеральные еврейская улица, это вот таких, как Кит Эллисон. И еще вот это страх, о котором вы говорите, заключается в том, что, скажем, я упомянул тут некоторых адвокатов, которые сравнивают Трампа с Гитлером, лагеря времени или там, скажем, центры временного содержания нелегалов с концлагерями, построенными Гитлером. Тем самым они нивелируют трагедию, которая произошла в то время. То есть новое поколение, слушая, внемля этим просвещенным, образованным образованщикам, как кто-то назвал их, они считают, да господи, какой же там Холокост, какая же трагедия. То же самое, что вот дети нелегальных иммигрантов сидят, вот их тут у них центры такие в нормальных условиях. Понимаете, о чем я говорю? То есть поколение, новое поколение будет считать, что то, что происходило во время Великой Отечественной, или какой угодно, там, начиная с 30-х годов, что это на самом деле не так страшно все. Это великая манипуляция, Сергей. Вы это знаете... великая манипуляция, которая вот является одним из примеров пропаганды. Вот пропаганда вот в данном случае, вот этот пример, когда всех нужно выровнять и причесать под одну гребенку, и жертвы, палачи, и те, кто рядом стояли, и те, кто вообще не имеет отношения к конкретике. Мы говорим о конкретном, а нам говорят все. Мне говорят, меня ранили, а говорят, все ранены. Меня убили, моего предка убили. Все говорят, у всех предки погибли. Вот это называется манипуляция пропаганды. И очень мало, к сожалению, в нашей стране людей, которые способны сопротивляться. Потому что вся история у нас пишется уже не история нашей страны, не с момента первых англичан, которые переступили, в общем-то, вступили на берег новой земли, а уже предлагает нам историю в варианте 16-19, с момента заведения первых рабов. И мы все, оказывается, в чем-то виновны перед теми людьми, которых черные рабовладельцы продавали в рабство. Мы продолжим разговор после рекламы, но прежде чем мы уйдем на рекламу, Олег хотел сказать. Давайте, что-то. Знаете что, давайте уйдем на рекламу, потому что это может занять пару минут. Вот это в связи с тем, что и Елена сказала, и ты сказал. Давайте, может, прервемся сначала. Тогда давайте прервемся на несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим, поговорим и примем звонки, если будут таковые. Возвращаемся в программу. Напомню, сегодня с нами на Народной трибуне Елена Пригова, журналист из Нью-Йорка. И говорили мы о вещах, на самом деле, жутких, которые, к сожалению, становятся обыденными в этом
весь ужас происходящего. И прежде чем мы ушли на перерыв, я пообещал, что мы примем звонки, если будут таковые, 847-400-5200, но прежде чем мы примем звонки, Олег хотел сказать два слова. Вот Лена мне напомнила про Бабий Яр, мимо которого я проезжал, наверное, даже не десятки, а сотни, если не больше раз, и тоже знаю о Бабьем Яру не понаслышке, а от своих родственников и бабушек, и дедушек. Мы говорили о том, что история ничему не учит. Я хотел вот задать вопрос самому себе и вам. А кто вообще из американских евреев знает хорошо и вообще хоть что-то знает об истории еврейского народа? Спросите у них, как сожгли еврейские храмы и что такое инквизиция. Задайте им вопрос, назовите, пусть они назовут хотя бы 2-3 концлагеря, где уничтожено было столько евреев. Они не знают, что такое Майданек, Треблинка, Бабий Яр, что-то где-то понаслышке. Я уже не говорю о молодом поколении, это студенты колледжей, которым по 18, 19, 20 лет. Они не знают истории еврейского народа, поэтому им настолько легко промыть мозги. Самое страшное, что даже дети наших русских иммигрантов, очень многие не знают об этом, и я был свидетелем, когда эти дети тоже сравнивали Трампа с Гитлером, и когда я с ними вступал в спор и говорю, ты хоть что-то вообще знаешь от своих родителей, может, ты все-таки спросишь у своих бабушек, дедушек, пап и мам, пусть они тебе хоть что-то расскажут. Поэтому взывать к тому, чтобы американцы учились из истории, надо, чтобы они хотя бы сначала эту историю знали. Вот поэтому... То есть для того, чтобы извлекать его... Я могу здесь согласиться и не согласиться одновременно. Дело в том, что у нас у всех есть дети, и все зависит только от нас, как мы воспитываем своих детей. Вот мои американские дети, например, ездили и смотрели, они и в Треблинке были, и в Майданеке, и в Освенциме. Специально ездили. Специально. Уже не говоря о том, что они знают, что такое Бабий Яр. Потому что я им это показала, потому что я их туда возила и показывала. Я непосредственно работала рядом с Бабьим Яром, потому что киевляне, наверное, знают, что телецентр нового на Мельниково был открыт в 92-м году. Строительство началось в конце 80-х. И он построен вот прямо на костях вот еврейского кладбища, которое было еще до войны, прямо на границе с Бабьим Яром. Я не смогла физически там находиться. Это одна из причин, по которой я уехала. Потому что ты не можешь находиться на кладбище. Кладбище – это просто черная дыра. Элементарная черная дыра. И ты ощущаешь каждый раз дискомфорт от того, что ты понимаешь, где ты находишься. Вот это самое страшное. Что касается истории, то историю не рассказывают, потому что очень многие люди стараются как бы абстрагироваться и забыть ее. Потому что у нас история, и та история, которую изучали мы в Советском Союзе, и та история, которая существует, она как бы существует в параллельности. Потому что очень много пропаганды и с той стороны было, и с этой стороны. Но я знаю, потому что я в свое время в Киеве был, ну, уж тоже нет, Илья Левитас. Это человек, который первый начал писать историю фактически тех евреев, которые жили, историю Бабьего Яра. Мы собирали с ним, в общем-то, выступления, мы собирали воспоминания людей, которые пережили. И я прошла через вот этот, можно сказать, свой круг ада, потому что когда тебе люди рассказывают о том, что они сами пережили, как они спасались, как они бежали, и что случалось с теми, кто остался, потому что, вы понимаете, когда мне говорят, вот свидетели рассказывают, да кто свидетели? Это те люди, которые в яме лежат. Кто свидетели? Старались свидетельства все убирать вместе со свидетелями. Поэтому мы можем только о многих вещах догадываться и читать в документах, которые дошли к нам из материалов того же Нюрнберга, из каких-то воспоминаний отрывочных, создавая свою картину, состоящую из маленьких пазлов исторических.
И вот мы рассказываем нашим детям, но нашим детям рассказывают совершенно другую историю. И в том же университете преподают люди, которые поддерживают BDS, вот, бойкот Израиля. И они преподают очень громко, их очень много. И наши дети, которые ходят в эти же университеты, они не хотят стать изгоями, и они слушают, они слушают, а их втягивают как бы невольно вот в ту историю, которую им будут рассказывать. Вот это самое страшное, что может произойти. Интересно. Самое страшное, что происходит в том же Израиле. Вы посмотрите, что в Израиле происходит. Вы знаете, я вернусь, может быть, Сергей, я прошу прощения. Я в начале этого года, 27 января, была в ООН. Там отмечали 75-летие освобождения Освенцима. Вы знаете, очень много было речей, очень много. Выходили... Абсолютно все руководство ООН выходило. И вот примерно речи звучали вот так же точно. Поплакали немножко о евреев, и потом стали вспоминать обо всех, которые погибли, обо всех, кто там был. Всем серьгам раздали, всем сестрам раздали, сестрам по серьгам раздали. И вот это самое страшное, что я видела на трибуне ООН. Я видела на трибуне ООН. И самое пронзительное, что произошло, я просто слушала Ицхака Перельмана, который, ну, он не ходит, он инвалид, который ехал со своей скрипкой в этом кресле инвалидном и просто сыграл. Он сыграл фрагмент из темы, которая в списке Шиндлера идет. И вот эта скрипка, которая просто рвала сердце на части, это было единственное, вот самое откровенное, самое правдивое, что во всем этом мероприятии ООН было. Организация, которая делала все и делает все, чтобы Израиль терял свои территории, чтобы признать тех, кто пытается уничтожить Израиль, чтобы не дать евреям жить спокойно. Организация, в которой количество стран антисемитов превышает все возможные и невозможные представление. Вот так вот. А мы говорим о каком-то музейчике. Давайте попробуем принять звонок. Человек давно на линии ждет. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я совсем не удивлюсь тому, что очень скоро может появиться в музее Холокоста экспонат жертвам израильской агрессии. Я насчет Израиля, я в 91-м году приехал в Соединенные Штаты, мой брат и многие родственники поехали в Израиль. Так вот, за эти годы и выросли их дети, и когда они достигли уже старшеклассников, возраста старшеклассников, их государство отправило в это с бесплатным. За счет государства их отправили в Польшу, чтобы они посетили концлагерь Траблинку и второй вот этот самый ответственно, где они воочию убеждаются в том, что произошло во время Второй мировой войны с евреями. А у нас в Америке еврейская община более самодостаточно, и я думаю, что они могли вполне то же самое организовывать среди евреев, еврейской молодежи, и тогда бы у нас не выросли такие, как Брин, Сладкий Марик и так далее, которые сегодня с плечом к плечу стоят с Холокостом и Хизбаллой. Спасибо. Спасибо. Я вот о чем хотел сказать, что в дискуссии, скажем, я говорю, ты, наверное, дискутируя с одним из русскоговорящих адвокатов, который сравнивает Трампа с Гитлером и со Сталином, я говорю, ты, наверное, не знал историю или забыл о том, сколько горя принес и тот, и другой, сколько народу погибло. Он так с издевкой, я не мог забыть, поскольку я тогда, меня еще не было. А вот читал я много. И я тогда вспомнил, читал, смотрел фильмы, он говорит, я много, я все знаю. Я уже в эфире как-то рассказал, я когда смотрю фильмы или читаю о, скажем, Советском Союзе 30-х, там, 40-х годов, о сталинских репрессиях, у меня начинает сдавливать в груди, и я начинаю задыхаться.
вот такое ощущение, что ты под водой и не можешь выплыть. Такая безнадега, такая абсолютно вот. То есть мы как-то воспринимаем те события, очевидно, по-разному. Дело в том, что когда вот Елена сказала, могу согласиться, не согласиться, и говорит, что пропаганда и с той, и с другой стороны была, вот надо было задать ему вопрос, скажи, а где ты читал? И что именно ты читал? Какие вообще цифры, какие данные ты... И какую информацию ты подчеркнул, если ты можешь такое говорить? Вот что интересно, где он это вычитал. Так что, очевидно, и о тех событиях, о которых мы читаем, о которых смотрим фильмы, смотрим фотографии, очевидно, у нас восприятие по-другому, очевидно, у нас мозги устроены по-другому, что у меня это вызывает бессильную такую злобу, подавленность, я не знаю, сострадание, слезы душат, дышать тяжело. А они читают это как статистику обычную. Цифры, ну там 6 миллионов там, 20 миллионов там, ну ничего. Потому что у Лены лежат родственники в Бабьем Яру, у меня, у киевлянина тоже, и тоже один дед погиб, а другой прошел войну. И мы, наши семьи столкнулись с этим непосредственно. Когда же мы говорим с американцами, у них нету этой боли. Я сейчас говорю про русскоговорящих, которые приехали из Беларуси, и наверняка в его семье кто-то погиб, если, конечно, не был вертухаем. А вот тут Лена абсолютно права, что вот эта вина родителей, которые не рассказали своим детям, откуда мы пришли и нашу историю, это вина родителей в первую очередь. Не знаю, давайте попробуем. Давайте. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу поделиться с вами моей жизнью и моих родителей жизнью. Кто actually survived Holocaust, and I call myself a refugee from socialism. I live in America over 40 years. Can I do it? Говорите, пожалуйста. Да, только если можно покороче, потому что есть звонки, да, и время ограничено. Да, я понимаю это. Здравствуйте. Я хочу... Вы знаете, вас не слышно, вы можете как-то вы ближе... Вы приглушите радиоприемник, да. И говорите, потому что задержка. Я говорю в телефон, потому что я смотрю вас по телевизору. Все, говорите, уже вы в эфире, в прямом, не смотрите на телевизор, говорите в телефон. Окей, я сейчас выключу. Здравствуйте, мое имя Геня Гершгорина. Я родилась в Советском Союзе. Я живу в Америке больше, чем 40 лет. Оба мои родители... выжили Холокост 3 года и 11 месяцев в концентрейшн кэмп. Я родилась в маленьком местечке, которое называется Хмельник Винницкой области. И я вам хочу сказать, что все воспитание молодежи зависит от родителей. У меня есть сын и есть внуки, которые знают всю правду. Я им все рассказала. И мой сын говорит к ним... рассказывает им правду, и это все образование, которое в школах родители должны вставлять свое мнение тоже. Это очень важно, чтобы родители говорили к своим детям и объясняли им, что такое Холокост. Вы абсолютно правы. Да, мы согласны. Мы делаем то же самое и говорим спасибо об этом буквально чуть ли не каждую передачу. Вы знаете, спасибо. Я слушаю. Да, Лена, да, мы вас слушаем. То, что говорят, вся проблема, опять же, в системе воспитания. Вся проблема то, что человек приходит в школу, ребенок приходит в школу, и он не имеет навыка сопротивления. Ему учитель говорит, в классе сидят другие дети, и... потом ребенок приходит домой и рассказывает, вот что им в школе рассказали. И родители только могут покачать головой, говорят, да, да, вот ты понимаешь, но это неправда. И вот у ребенка идет вот такое параллельное совершенно восприятие мира. То, что в школе говорят, и то, что дома ему сказали. И очень тяжело маленькому ребенку четко и ясно стать на защиту правды и интересов своих. И поэтому здесь должны родители идти в школу и сопротивляться. Сопротивляться тому, что школа им дает. Здесь нужно, извините, иметь крепкие нервы и четко знать, на какой стороне ты стоишь. Вот на стороне правды или неправды. И в конце концов, это родители могут сказать, мой ребенок не будет слушать эти лекции, мой ребенок не будет сюда ходить. Потому что мы еще пока можем
и школу судить, если что-то у нас не устраивает в том, что школа преподает. Да, мы будем защищать свою правду. Вот люди не понимают, что у нас существует ответственность родителей перед будущим своих детей. Потому что не школа формирует. Школа формирует, да. Школа в последнее время, как правило, ломает сознание и заставляет ребенка стать конформистом. Из наших детей лепят конформистов. Я это прекрасно знаю. Я вчера имела очень хороший разговор со своей родной племянницей, которая заканчивает школу, и дальше, естественно, я представляю, как ее будут ломать вот эти университеты. Но я хочу вам сказать, только семья должна закладывать те основы, морали, которые потом прорастают в ребенке. И исторической памятью, и генетической памятью. И он понимает, что он может сопротивляться лжи. Вот у нас нет общества, которое способно сопротивляться лжи. И поэтому мы сейчас имеем то, что мы имеем. И с выборами, и с предлагаемыми нам кандидатурами, которые будут потом руководить страной. Мы имеем то, что мы отменяем культуру. Мы имеем то, что мы становимся винтиками той системы, которая самая страшная система. Я не далее, как вот буквально час тому назад, напечатали мою статью сегодняшнюю в «Континенте». Я вам хочу сказать, я назвала статью «Пролетая над гнездом кукушки 2020». И я всем просто рекомендую еще раз, ну, если вы книгу не читали, просто пересмотреть фильм. Там есть очень хорошие слова, написанные Кеном Кизи. Подвинься, сынок, ты дышишь моим кислородом. Да. Вот вдумайтесь, подвинься, сынок, ты дышишь моим кислородом. Сейчас происходит то, что нас подвинули. У нас нет уже кислорода, и нам нечем дышать. Но нечем дышать теперь Флойду было. А нам отключили кислород. Правды. Лена, огромное спасибо за то, что нашла время и возможность принять участие в нашей программе. Как всегда, пронзительно очень. Я рекомендую всем, кто пользуется соцсетями или читает интернет-издание «Континент», там очень часто появляются статьи Елены Приговой, действительно очень, очень откровенные, честные, кричащие, пронзительные. Читайте их. Лена, еще раз огромное спасибо. Спасибо. Я с удовольствием всегда общаюсь с аудиторией Чикаго. Потому что аудитория Чикаго ничем не отличается от аудитории Нью-Йорка и других городов. Нам нужно почаще встречаться все вместе, потому что мы делаем одно общее дело. Согласен. Мы просто сопротивляемся пока что безумию. Согласен. Так что имейте силы и хороших вам еще выходных. С праздниками вас, которые спасибо. Пока не отменили. И сегодня Черная пятница. Очень звучит не политкорректно, потому что пятница и в сочетании с черной сразу ассоциации с ДПО. Но мы живем спасибо. В такое время. Спасибо, Лена. Будьте здоровы. Счастья вам. Продолжаем нашу программу. Как обещал, телефон в студии 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Это Чикаго? Да, это Чикаго. Я вот что хотел, свою мысль сказать, что ничего личного у этих людей нету, это только бизнес. Потому что бизнес, который связан за границей, с интернетом, со всеми, им невыгодно с Трампом иметь дело. Они теряют деньги сумасшедшие, а они своим интернетом весь мир оцепили. Это не газета «Искра», которую Ленин издавал. Это больше, намного больше, вы понимаете? И все это с деньгами связано. Они скупили все, что могли. И мнение людей скупили, и школы, и детей наших скупили. Вот что я хочу сказать. Может, я не прав, но мне страшно, когда я это все понял. Понимаете? Да. Вот поэтому и Google, и YouTube, от которого мы зависим, и все эти гаджеты, мы от них зависим, мы пользуемся ими. А телефоны они хотят изготавливать, и все supply за границей, в Китае, и во всех местах. Извините меня, может, я не прав. Вы абсолютно правы, спасибо большое. Да. На самом деле, действительно, смотри, экономику внутри страны убивают местные губернаторы. 400 тысяч бизнесов малых закрылось навсегда, похоже. И сколько еще закроется, непонятно.
А, скажем, доноры демократической партии, такие как Безос, такие как Зукербергер, такие как Дорси и Google, стали за это время, за время кризиса, богаче. Говорят, что Безос заработал 17 миллиардов долларов за время кризиса. Ну подожди, вот Байден сейчас у них отнимет эти деньги. Не отнимет он у них эти деньги. Он отнимет деньги у нас, он отнимет деньги у среднего класса. У этих деньги отнять невозможно, потому что я не знаю, кто кем вертит. Потому что Байден, насколько нам известно, темные делишки с Китаем, темные делишки в Украине, в России и так далее. У Байдена свои интересы. Сейчас Керри подключается к этому делу, обещает. Вообще, то, что они предлагают, здравомыслящий человек бы подумал, послушайте, как вы думаете, чьи интересы будет отстаивать Байден? Интересы простого работяги, который работает в Охайо или где-то там на Мидвесте, здесь, в Иллинойсе или в соседнем штате, в Индиане или в Висконсине? Или свои личные интересы, продавая, переводя капиталы, переводя производство в Китай. Потому что из Китая он получает живые, реальные деньги. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня решается судьба иска, который вот наконец республиканцы штата Пенсильвания подали против вот этой избирательной системы. Окружной суд отклонил. Уже решилось. Продолжение в других штатах, возьмут ли эту палочку в другие штаты и тоже одолеют это препятствие демократов, которые они учинили у нас в Соединенных Штатах. Спасибо. Пенсильвания. Спасибо. Уже решилась, уже отклонили. Окружной суд Пенсильвании отклонил иск за отсутствие мэрит. Ну, для них вот эти доказательства, показания свидетелей под присягой, для них не являются уликами или доказательствами. Ну, собственно, для нас это, для меня, во всяком случае, это не неожиданность. Я об этом говорил с самого начала, что будут подаваться иски, что местные суды будут их отклонять, потому что это все тоже болото. Это все одно тоже болото. И единственная надежда, это когда суды перейдут, иски перейдут, будут поданы апелляции в апелляционные суды, или дело дойдет до Верховного суда. Вот тогда, возможно, что-то изменится. Это в том случае, если у судей хватит гац. Ну, у Олега вот такое выражение лица, что он уже утратил веру в будущее. Нет, еще раз говорю, это не является неожиданностью. Об этом я говорил сразу, это все предвидели, все понимают. Потому что они идут ва-банк. Им деваться некуда. Потому что коррупция настолько повязала некоторых людей. И в случае, я в частности приводил пример губернатора Кэмпа из Джорджии, который тоже, оказывается, проворачивал такие же операции, как Гэвин Ньюсом, как Дик Дюрбин с Поцкером у нас в штате, засылая колоссальные суммы в Китай, в некоторых случаях получая из Китая дерьмо, а в некоторых случаях ничего не получая, как Гэвин Ньюсом отправил миллиард долларов в Китай, и ничего в ответ не получили. Деньги находятся там, в Китае. А вот сколько откат получил Гэвин Ньюсом, в этом еще следует разбираться. Поэтому на кону стоит их жизнь, их свобода. То же самое с губернатором Кэмпом из Джорджии, хотя он республиканец. Я всегда говорю, что в республиканской партии достаточно подонков, ублюдков, таких же, как демократы. К сожалению. Как не печально это признавать. Но на кону стоит их свобода, их жизнь, поэтому они будут бороться до последнего, они будут все что угодно делать, лишь бы не допустить второго срока Трампа, потому что в противном случае могут оказаться за решеткой надолго. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Вы знаете, после вот приглашения уважаемой Елены, несмотря на то, что она замечательный журналист и хороший человек, просто хочется взять повеситься или убиться об стену. Нету надежды, мы живем в каком-то дерьме постоянном, нас всех душат, нас всех не дают слова сказать. Человек – самостоятельная личность. Если он хочет сопротивляться, если у него, как вы сами сказали, есть газ, то он стоит прямой спиной, не сгибается и идет, как говорится, вперед к своим целям. Да, у нас есть в стране проблемы, конкретно, huge problems. Опять же, испытание нации, выстоит правовая система, преодолеет это все, значит, будет все нормально. Нет,
слушаем этот урок на 75 лет вперед, ничего ты не попишешь. Но опять же, эта страна основана на федеральных началах, в этой стране есть бойцы настоящие, и в этой стране пока еще права и конституцию никто не отменил. Спасибо большое. Вы очень хорошо сказали слово «пока». Вот я обратил на это внимание. То есть вы тоже высказали какой-то пессимизм вот с этим словом «пока». Потому что, да, человек, все зависит от человека, насколько он сильный, насколько он может сопротивляться. Но, как говорится, человек – существо живое, и у него есть нервы. Вот, и приходит какой-то момент, когда человек говорит: пошло оно все к чертовой матери, не хочу я больше слушать этот телевизор, все они одинаковые, что республиканцы, что... вот смотрите, очень многие говорят: я республиканец, я республиканец. Я не могу сказать, что я республиканец, я, наверное, консерватор все-таки. Потому что если завтра вдруг демократическая партия начнет следовать принципам вот консерваторов, а республиканская наоборот, то за кого мы будем голосовать? Если бы те обещания давала Хиллари Клинтон, и было бы все наоборот, то вы бы, наверное, голосовали бы за Хиллари Клинтон, за демократку. Поэтому, наверное, нужно на это смотреть. Когда я хотел сказать о том, что вот Лена говорила, все зависит от того, насколько мы позволяем нашим детям промывать мозги. Я, как сейчас помню, пришла дочка из школы, научилась в хай-скул, и говорит, что мы сегодня, ты знаешь, мы учили про Сталина. О Сталине. И я говорю: ну, что ж ты узнала о Сталине? Ну, он был лидер там Советского Союза, а что еще? Ну, в принципе, все. Я говорю, тебе не рассказывали, сколько людей погибло от его рук, как людей невинных расстреливали, как их садили в лагеря. Она говорит: нет. И вот я сел и начал ей рассказывать. И тогда я понял, что нужно держать руку на пульсе. Особенно вот в плане такого предмета, как история, и смотреть, чему учат наших детей. И когда Лена сказала, что от нас зависит, чтобы ребенок посещал те или иные лекции, я пошел в школу, когда мой сын учился, и когда Обама баллотировался на пост президента, и в школе были лекции. Ну, не лекции, а как бы выступления. Кто-то приходил к ним в школу и рассказывал про будущего кандидата. И сын сказал: вот нам рассказывали про Обаму. Я говорю: а когда будут рассказывать про Мидрамни? Не будут. Я говорю: а когда про Маккейна? Там не будут. В общем, я пошел к принципу и говорю: я не хочу, чтобы мой сын присутствовал на этом. Если вы будете освещать наших кандидатов одинаково, это другое дело. Если вы промываете мозги, я не позволю. И я своему сыну даю разрешение, чтобы он встал и ушел вот из этих лекций. И вот принцип он ничего не сказал. И вы знаете, некоторые наши знакомые, они тоже следовали вот моему примеру, но очень многие говорили: ну ничего, сам разберется. Не знаю, детский мозг — это как пластилин, им настолько легко управлять. И как результат вот этого «сам разберется», 62% студентов, да, на сегодняшний день, да, говорят, что социализм предпочтительнее над капитализмом. И над капитализмом. И вот Лена сказала, что вот это движение «Бойкот Израиля» поддерживает, причем поддерживают те же евреи, молодые студенты колледжей. Поэтому ничего удивительного, что у наших детей промыты мозги, потому что в первую очередь задайте себе вопрос: а что вы лично сделали, чтобы этого не произошло? Я лично перед собой и перед своими детьми чист, я сделал очень много, и я вам скажу, что, знаете, говорят, вода камень точит. Вот мой камень... Твоя вода этот камень. Моя вода, да, убрала этот камень. Да, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я вот хочу в свете вот всего, что происходит, сказать, ну, прежде всего вам, Олег, вы мне стали напоминать Фокс. Вы понимаете, ваше радио этим и отличалось, что многие из других штатов слушают его за счет чего? За то, что есть прежде всего оптимизм. Не надо говорить голословные фразы, не надо уже опускать руки. Дело в том, что в Америке есть процедура юридическая. Никто не ожидал, что какой-то окружной суд скажет: да, Трамп победил. Это же смешно. И апелляционный не скажет. Скажет Верховный суд.
и такого прямое доказательство, как Верховный суд 5-4 выгнал этот, не выгнал, а запретил закон губернатора штата. Да, Тома. Мы знаем, да, мы знаем. Вот. Это не мы знаем, это говорит о том, что этот суд заряжен на то, чтобы именно наши силы победили, разумные силы. Совершенно не надо верно. Опускать руки. Вы знаете, я вас должен обрадовать, мои руки абсолютно не опущены. Спасибо. Вот, не надо превращать это радио. Боже сохрани. Спасибо вам большое. Спасибо. Никогда... Я желаю всего. Спасибо большое. Нет, Боже сохрани. Никогда мы не превратим это радио. У нас есть факс. У нас есть вопрос на интернете. В YouTube, да. Ирина спрашивает, извините за вопрос, просветите, пожалуйста, есть ли единая конституция Америки, не улыбайтесь, сообщает, что в каждом штате своя конституция. Совершенно верно. Да. Есть конституция Соединенных Штатов Америки, каждый штат имеет свою конституцию, но в конституции штатов не должно быть расхождение, или, так скажем, со статьями государственных. Да, с Конституцией Соединенных Штатов. То есть там могут быть свои какие-то нюансы. То есть, допустим, если вторая поправка мне разрешает иметь оружие, то Конституция штата не может запретить. Отменить. Более того, я вам скажу, что даже у нас в Чикаго, если вы помните, в Дирфилде, мэр города запретил... так называемый assault weapon. Да, assault weapon запретил, то штат... подали в суд, НРА, суд принял решение, короче, что это неконституционно. Да, так что да. Хотя, конечно, Байден обещает запретить assault weapon, обещает запретить... Это просто его слова, то, что есть на рекорд, что называется. Обещает запретить клипы более чем 10 подожди, патронов. Ты вспомни слова господи, Рашида Тлаиб. Ой. А Харрис. Камала Харрис. Который сказал, что дам 100 дней, если да, 100 дней, конгресс а потом не пойдем, примет. Пойдем по домам и будем отнимать, да. Так что, видите, хотя даже эту конституцию. Слушаем вас. Добрый день, мы вас слушаем. Я очень согласен с этим мужчиной, который выступил. Вот у Смехова там выступает Серж Исаков. Он все время настраивает на тех, что все проиграно. Ничего подобного. Я убежден, Трамп будет президентом на второй срок. Все. Молодец. Поддерживаем вас. Мы тоже и убеждены, и надеемся, и руки никто не опускает. И если мы иногда смотрим правде в глаза и выражаем какое-то сомнение, это не значит, что все потеряно, и мы решили уйти в тыл. И закрыть голову простынёй. Нет, Боже сохрани. Никто не знает. Ну, то есть, я предвижу, что окружные апелляционные суды, не все, возможно, апелляционные суды, отклонят иски, которые предъявляются сейчас по поводу фальсификации выборов. Я не знаю, как отреагирует Верховный суд на эти иски. Примет к рассмотрению или не примет. Но понятно, что Трампа-ненавистники, новотрамперы уже сейчас кричат, Верховный суд не примет. Ну, в принципе, в Верховном суде, когда вы говорили, что 5-4 приняли решение, а почему не 6-3? Где... А потому что Робертс все больше, а все вот чаще. А вот где же чаще? Единство нашей республиканской партии? Послушайте. А? Не любишь Трампа, почему не любишь партию? Дело не, почему дело не любишь дело офис? Дело не в этом. Дело это не в большое этом. Дело. Верховный суд вообще внепартийный орган. Давай так. Верховный суд внепартийный орган. Он делится не по партийным признакам, принципам. Верховный суд делится на оригиналистов, тех, кто придерживается оригинальной конституции, и на тех, для которых конституция — это так называемый живой механизм. Это ты говоришь о том, что как должно быть. А живой механизм. Нет, это не как должно, оно так и есть. Есть другие, так называемые либеральные судьи, которые считают, что конституция — это вообще устаревший документ, и на него надо его приводить в соответствие с интересами сегодняшнего дня. Вот сегодня, скажем, прошла удачно промывка мозгов молодежи. Молодежь считает, что вот так время изменилось. Они считают, что и конституцию трактовать нужно в угоду другому сегодняшнему дню. Вот по какому принципу проходит разделение в Верховном суде. А что касается председателя Верховного суда Робертса, то мы помним с тех пор, как он придал законное звучание Обама-Кер, извернувшись, выгнувшись, прогнувшись бэкворд. Очень красиво, да, сделал такой жест. То есть у многих возникло предположение, что они его держат за бейцелы,
что на него есть какой-то компромат. Так оно и есть, наверное. Ну, потому просто, что просто не случайно, да, совершенно верно, не все там так просто. Не все так чисто. Поэтому довольно часто в последнее время Робертс голосует вместе с либералами, которые считают, что Конституцию можно менять в соответствии с настроением. В понедельник один вариант, во вторник другой, в четверг и так далее, и так далее. А те, которые судьи консервативные, те все-таки придерживаются оригинального текста Конституции. У нас время нашей программы подошло к концу. Олег, огромное спасибо. Да, всего доброго. Друзья, и вам всем большое спасибо. И никуда не уходите. Мы сегодня еще встречаемся и с Александром Непомнящим, и с Леоном Вайнштейном. Так что впереди вас ждут интересные программы.